Каждый день мы к чему-то стремимся, куда-то идем, иногда даже бежим, летим, вот как раз как самолет за мной сейчас. Для того, чтобы добиваться целей и иметь успех в разных сферах нашей жизни, конечно же, важно где-то брать силы, регулярно, правильно питаться, высыпаться, иметь хороший такой правильный здоровый режим. Многие имеют это, но если забывать о своей душе, если не кормить свою душу духовной пищей, то можно потерпеть кораблекрушение в своей жизни. И многие, даже добившись успеха в жизни, имеют депрессию, уныние. Даже многие богатые люди, как вы знаете, заканчивают жизнь самоубийством. Поэтому важно не навредить своей душе. А для этого нужно регулярно духовно питаться. Например, завтра воскресенье. Уже встань наконец-то, разбуди себя и приди в церковь. В 3 часа на Шейхом Насим, в самом центре. Питай свою душу правильно.